Итак, вторая часть, почему-то видео прервалось. Мы почти собрали зеленые, практически, можно сказать, что собрали. Итак, я ставлю опять эту же мою камеру, которая, она уже нагрелась. Вы скажете, что я испытатель камер, которые выдержат или не выдержат. На самом деле нет. И не хочу этим быть. Потому что я хочу лишь одно. Доказать папе то, что я собрал все цифры. Но сейчас вы просто будете в шоке от меня. Почему? Потому что я впервые собрал почти два цвета. Хотя уже два. Нет, я почти все цвета реально собрал. Это рекорд от моей жизни. Хоть мой папа собирал только два полных цвета, все остальные разные. Причем тут два раза. Красный собран! Это вообще что было? Я же собирал только желтый. У меня, значит, такой рекорд был. Почти все цвета надо. Зеленый, желтый, красный, синий. Сейчас стопик. Я сейчас подойду к папке. Смотрите, все цвета собраны. Это что за чушь? Так. Если у нас вытащено два, то как бы нам их поставить? Так, сейчас будет просто бомба-момент. И я получаю сотку. Надеюсь, это видео зайдет. И то. Бомба-момент. Да-да-да-да-да. Я собрал все цвета. Кадиллак, любовь в тачке у нас со вкусом. Кадиллак, я слишком душный. Все, всем пока-пока. На этом видео, надеюсь, наберет. Я начинаю зарабатывать. Всем пока-пока. С вами был Святослав.